Мы были почти у цели. 4 года на хвосте у Аида, и мы взяли его помощника. Доктор был ключом ко всему. Значит, начнем сначала. Эти люди, кто они? Вот кем вы меня считаете, а? Думаете, я крыса? Пошли вы! Думаю, ты будешь тем, кем я скажу тебе быть. Илона была одна такая. Раньше в спецназе, теперь в Атласе. Могла стать тебе другом. Или ужасным кошмаром. Угадать было нельзя. Мы знаем имена. Осталось узнать, где и когда будет встреча. Можете убить меня. Я уже мертв. Но раз уж ты попал на крючок... Пьер, прошу, работай со мной. Поможем друг другу. Все было кончено. Источник всего один. Данные проверены? Проверено. Аид встречается со своими спонсорами на Санторини через 24 часа. Мистер Айронс, существует протокол ввода войск в... На его совести 50 тысяч смертей, генерал. Мы входим. Операция на территории независимой страны? Без одобрения Конгресса это объявление войны. Атлас – международная частная компания. Нам Конгресс не нужен. Господа, готовы к работе? Мы готовы, сэр. Ждем команды. Высадить группу через 6 часов. Чей это приказ? Это мой приказ! Наверное, в этой серии нас ждет еще больше удивительных вещей. Такая девочка фактурная, да еще и кто-то решил взять на себя ответственность. Посмотрим, что из этого получится. Что ж, ну а вы смотрите видео на канале Double Geek, и с вами, как всегда, Серега. И мы продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Извините меня за мой голос. Охота с Санторини, Греция. Я буквально полчаса назад проснулся. У меня нет первых 2 пар. И я решил не тратить время зря и записать видео. Илона? Стойте, она что, перекрасилась? И лицо поменяла? Смотри на Аида, а не на меня. А где Аид? Клиент приближается. Отметь его. Давай, Митчелл. Сигнал отличный. Найдем клиента. Отслеживайте радиосигналы. Приблизь, чтобы рассмотреть. Так. Ищите переговоры КВА. Это наш пропуск в их логово. Чё-то я ни хрена пока не понял, что искать. А, не-не-не. Что ли? Проверь его. Кого? Ага, окей. А, зажать надо? Ну... Сигнал КВА совсем близко. Цель удержали огонь для сканирования. Ну... Сигнал КВА совсем близко. Блин, уйди, хрен. Его здесь нет. Попробуй другую камеру. Мы его потеряем, Митчелл. Да ладно. Все норм. Проверь его. Мы его потеряем, Митчелл. Не совпадает. Дальше. Время на исходе. Ищи дальше. Ответ отрицательный. Проверь его.
Мы его потеряем, Митчелл. Норм. Есть. Ха-ха. Да я просто бог. На последних секундах нашел. Это наш пропуск внутрь. Браво, пошел. Нет нужды напоминать о том, как важна наша миссия. АИД несет ответственность за ядерные удары, нанесенные 4 года назад. Уничтожив его, мы уничтожим всю сеть КВА. Ошибиться нельзя. Действуйте. Окей, нельзя так нельзя. Сейчас все сделаем. Держим дистанцию, тебе потом убираем его. Нравится. Я займусь тем, что сзади. Не облажайтесь, девочки. Куда идти, мать его? Игра сохранена, значит, пока идем правильно. Это частная территория. Вам нужно уйти. Я ищу рынок. Похоже, я заблудилась. Это не здесь. Эй! На. Такая нежная девочка, и блин. Отлично. Что это? Приготовиться за... к бою. Куколка. Магнитный внимание, ключ у Браво. Браво в точке X. Вас понял. Тихо. Проверил. Выявляю снайперы цели. На позициях. Будут докладывать каждую четверть часа. В этом закоулке есть место, которое Патруль. С нашей точки Убрать не простреливается. Его. Поставьте на этот угол Двое человека, в следующей чтобы комнате. Прикрывал. Насчет периметра. Наверху. Молодец, сработало. Где кто наверху? Я никого не вижу пока. Этот Все мой. Будут на месте и вовремя, да, сэр. Вашей закончить. Встрече никто не помешает. Надеюсь. Иначе спрошу с тебя лично. Понял. Аид, конец связи. Горячая девочка. Пророк, дом зачищен. Теперь займемся конференц-центром. Бас понял. Альфа, переходите к фазе 2. Принято. Альфа, загружаем уже. Я тут что-то разведданный. Митчелл, надевай экзокостюм. Я соберу осу. Экзо что? Подкачаем костюм. Ну, а почему не показали, как мы эту хрень одеваем? Пророк, оса готова к запуску. Вас понял. Жду осу. Займись дроном, Митчелл. Я буду прослушивать собрание у Аида. Метров до цели. Приблизь конференц-зал. Так, вижу Аида. Вот бы его прямо сейчас и убрать. Полегче, Илон. Грузовик Альфа уже у ворот. Альфа, а куда мне двигаться? Первый год встречи реки Асса. Подпусти охранников поближе, потом клони. Сделать это надо быстро. По ком стрелять-то? 14-й. У нас доставка на 14-й. Или по всем подряд? Окей. Да все равно говорить не о чем. АСУ заметили! Отменяем операцию! Повторяю, отмена операции! В смысле? Блин. Грузовик Альфы уже у ворот. Альфа, назад. Первый гость на вечеринке – АСА. Подпусти охранников поближе, потом клади. Делать это надо. Да все равно говорить не о чем. Так. Альфа готов к броску. Потихоньку. И теперь этих троих. Альфа, пошел. А что с этим? Двор чист. Хм, прикольно. Альфа, стой. У вас часовой внутри. Вверху! Нет.
СУ заметили. Отменяем операцию. Опять? Отмена операции. Да ёперный театр, вы чё, прикалываетесь? Я только начал стрелять. Турчист. Альфа, стой. Надо двоих вынести. Так, норм. Дерьмо. У Гидеона проблемы. Блин. У нас ранее. Они достали Гидеона. Вы да... Чёрт. Заметили. Отменяем операцию. Повторяю. Кто, мать его, заметил? Их всех перебил. К чертям. Ладно, я понял, не надо высовываться, нужно по-тихому смотреть за этими чудиками. Развернись и прикрой стеклянную стену атриума. Так, мать его, тут дохера этих стен. Используйте дрон, чтобы заглянуть. Держим темп. Ну, заглянули. Что дальше? Браво! Альфа ожидает дрона. Да я здесь, что делать надо? Браво, альфа ожидает дрона. А, я понял. Заряд прикроет нас только на время. Убираем быстро. Браво, альфа ожидает дрона. Прошивает. Не кисло так. Ну. Чуваки, что теперь? Я понял. Да ладно, на последних секундах, как обычно. Похоже, Аид начинает встречу. Вас поняла, пророк. Альфа, быстрее, все интересное пропустим. Господь. Двоих на верхней площадке. Нужно убрать КВА от этой двери, чтобы у Альфы получилось войти. Вруби сигнализацию на машине. Митчелл, вруби сигнализацию на машине. КВА перемещается. Оса, огонь по троим, которые идут к машине. Пусто! Чисто. Нету. Альфа движется. Митчелл, следи за собранием. Возьми Аида на прицел, чтобы убрать его чисто. Всем команду. Готовимся к прорыву. Только по моей команде. Я всегда держу ее при себе. Это гарантия нашей безопасности. Свяжись с ним насчет следующей работы. У них есть два дня. Есть. Аид убит. Альфа, войдите и подтвердите смерть. Сканирование сейчас. Ответ отрицательный. Это не Аид. Не Аид. Чёрт! Заменил его. Йоу.
съем. Внимание, ГВА выступает. Да что за хрень? Голова. Готов. Где кто? Идет техника КВА. Нужно огневое прикрытие. Давай, Митя. Пока отслеживаем источник. Готов. Мать его. Сейчас взлетим повыше. А, это максимум. Ладно. Сделаем так. Ракетная гроза. У-ху! Мать твою! А что мне надо было делать-то? Что случилось? Альфа, доложите! Всем к Аиду! Всем к Аиду! Грузовик едет на юг! Визуальный контакт потерян! Если ты меня слышишь, преследуй Аида. Сбежали. Пошли. Митчелл, вниз по лестнице, в переулок. Надо отрезать Аиду путь. Внимание, браво. КВА окружили. Раненый. Убитый. Че это такое? Не, нельзя подобрать, ладно. Воу. Что, ей не работает, что ли? Так, ладно. Побежали. Побежали. Лови, мать твою. Сюда. Пошли. Мы пройдем приемки и отрежем ему путь. Идем, идем. Идет КВА, не зайдите гражданских. Постараемся. Идите внутрь и не высовывайтесь. Там, мать его, убейте. Осторожнее, здесь гражданские. Да, я заметил. Так, стоп, где тут стволы может валяются, путни? Нет, дробаш я не буду брать. У тебя что? У тебя херня какая-то. Ладно. А что у меня еще есть? А, как много патронов. Где? Где окно третьего этажа? Какое окно третьего этажа? Что ты мелешь, глупая? КВА идет! Ничего не вижу. Что у тебя за ствол? О! Какой-то путь не ствол, чувак. А, это свой. Все норм. Убежал. Сука. Контакт на час. Контакт на 10 часов! К врагу идет подкрепление! Альфа, еле пробились. Как у вас дела? КВА прет изо всех щелей. Прорывайтесь вперед и постарайтесь отрезать Аида. Вас поняла. Тема, стреляй давай. Ой, граната. Сила так. Ладно, я понял. Сейчас все будет.
12 часов! Подожди ты на 12 часов, мне ствол взять надо. Контакт на 5 часов! Они уходят! Ракеты! Сбивайте их! Ракеты, ну да, ракеты, меня тут так мочат. Ракеты сбивайте. Да сдохни уже! Дверь, а. Пошли! Так, ладно, возьму эту штуку пока. Ида движется на юг. У нас контакт на колокольне! Да! Дорест, повторите. Раненый! Раненый! Снайпер на колокольне! Да уберись ты с этой ерундой. Черт! Снайпер нас засек! Кидаю дымовую! Пошли! Дым вечно висеть не будет! А где дым? Я вообще дыма не вижу. Я прикрою. Пошли, малая. Пригнись! Окна, ложись, блядь! Никто к окнам не подходит! Черт, мы тут как на ладони. Хочешь пойти первым? Или будешь вести огонь на подавление? Мы теряем время! Что решил? Я да его прижму! Пошел, Митчелл! Нахер все уйдите! Меня! Подавляющий огонь! Пошли! Не тормози! Да, блядь, прыгай давай! Дойди! А. Пошли! Если мы будем на улице внизу, снайпер нас не достанет! Дроны КВА! В укрытие! Ты стреляешь, дура, тут людей полно. А, я понял. Пробивайся к снайперу! Баги. Воу. В ресторан! Ой-ой. Через холл! Пророк, посмотри, что с Торосом. В него попали. Вас понял, браво. Требуется да медик. Ты. У него стингер! Дерьмо! Нам нужен этот стингер! Пошли!
Там Риверс! Стингер. На втором этаже! Нам нужен Стингер! Я тебя прикрою! А! Вот, я увидел. Что делать? Сняла его! Что с ним? Конвой Аида, 4 мили от точки X. Вас поняла. Браво движется в точку X. Пошли. Где ты есть, дура? Я ж тебя не вижу. Помоги, Митчелл! Ну, назад вернуться. Браво! Конвой Аида в 2 милях. Вас поняла. Идем на перехват. Туда! Там мы сможем устроить засаду. Браво, Аид идет к вам. Вас поняла. Митчелл, ставь заряды. Найди укрытие. Жди моего сигнала. Мы почти на месте! Оттесните их от Аида! Я его отсюда не вижу! Сейчас как гахнет. Ладно, я понял. Пока с этой фишки стреляем. Куда ты ползешь, падла? Умри. То нет? Как ты, падла? На тебе яйца отстрелю. Чисто! На улицах чисто! Пророк, идем брать Аида! Вас понял. Сейчас. Внимание, пополнение КВА. Скорее, Митчелл, я прикрою. И как всегда, Аида здесь нет. А, не, есть. Митчелл, осторожно! Да поменяй же. Ёб. Ах ты, блядь. Ах ты, сука. Давай, блядь, бери. Я! На! Забрызгал тут все своей кровью, падла. Нихер девушек бить. Спасибо. Ладно, вытащим тебя отсюда. Подтверждаю. Аид убит. Повторяю. Аид убит. Он знает. Айронс знает.
Чё? Что знает Айронс? Опа! Интрижка, интрижка. Ну что ж, дорогие друзья, мы закончили еще одну весьма-весьма интересную серию. Блин. Хотелось бы чего-нибудь 2 обновить, но давайте... Давайте броню, или давайте сопротивление улучшим. Ну а следующие фишки мы будем улучшать уже в следующий раз. Так что, дорогие друзья, если вам видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также оставляйте свои комменты. Кстати, мы начали новый проект, мы начали играть в Доту, поэтому любители Доты, пожалуйста, мы вам только рады. Ну что ж, до скорых встреч, пока-пока.